Здравствуй, родная моя. Сейчас ночь, и все уже спят. До рассвета осталось пару часов. Так много и так мало. Так много хочется тебе сказать. И так мало мы с тобой прожили. Не знаю, увижу тебя и дочку еще раз, не знаю. Но очень хочу верить, что это письмо найдет тебя. В окружении мы уже 7 дней. В моей роте осталось только 2 танка. На рассвете идем на прорыв. Ждать нечего, да и некого, и отступать нехорошо. Через 2 часа моя первая, и, скорее всего, последняя атака. Шансов выжить у нас практически нет. Не плачь, моя родная, не плачь. Ты знаешь, мне не страшно будет умирать за родину. Я офицер, и это мой долг. Когда подрастет доченька, ты ей расскажешь, за что воевал ее отец и за что шли на смерть бесчисленные бойцы Красной Армии. Мы защищали советскую власть и идеалы коммунистической партии. А это означает, что я был готов отдать свою жизнь за тебя, за твое будущее и будущее наших детей. Итак, все. Мы идем на смерть за светлое будущее и за счастье молодого поколение. Ты знаешь, я готов отдать свою жизнь, готов, чтобы все мои родные не знали ужаса войны, и чтобы радость в вашей жизни никогда, ты слышишь, никогда не омрачала черная свастика. Я уверен, что мы победим фашистскую гадину, уверен. И никто не помешает нам и вам увидеть светлое будущее. А оно будет светлое, я уверен. Помнишь, как мы мечтали, что у нас будет много детей. Не тоскуй по мне долго, хорошо? Жизнь должна продолжаться. Родная Ная, я редко пишу тебе, не потому что не хочу, а потому что не могу писать часто. Ты знаешь, моя жизнь навсегда в опасности. Я не хочу тебя тешить напрасной надеждой. Я всегда пишу тебе после боя, но если ты получишь это письмо, значит, меня нет. Значит, я пал на поле боя с думой о тебе,
моя далекая и близкая подруга. Я заранее позаботился написать это письмо, чтобы ты, живая, знала, как я любил тебя, какой бесконечно дорогой ты была для меня. Только, дорогая, милая Ная, не для того я пишу это письмо, чтобы ты вечно терзалась тоской и грустью обо мне, чтобы ты всегда ходила угрюмой и мрачной. Нет. Для того я пишу, чтобы ты знала и помнила до конца своих дней о моей любви к тебе, о том невыразимом чувстве, которое двигало мной, давало мне силы в борьбе, делало меня бесстрашным, когда было страшно. И еще для того, чтобы ты знала, что ты, хорошая, душевная девушка, и твоя любовь — награда и оазис для уставшего воина. Вот лежит передо мной твое фото. На меня смотрят, как живые твои глаза. В них я вижу грусть. Если бы ты снималась с нарочито напускной грустью, то в них не было бы ее выражено так много и полно. Знаю, истосковалась ты. Меня могли бы упрекнуть, если бы прочли это письмо, упрекнуть за то, что я сражаюсь за тебя. А я не знаю. Не могу разграничить, где кончаешься ты и начинается Родина. Она и ты слились для меня воедино. И для меня глаза твои — глаза моей Родины. Мне кажется, что твои глаза всюду меня сопровождают, что ты, незримая для меня, делаешь оценку каждому моему шагу. Твои глаза. Когда я смотрел в них, я испытывал неизъяснимое чувство восторга и какой-то тихой радости. Я помню твои взгляды, косые, с легким лукавством. Вот только теперь я понял, что в эти мгновения, в этих взглядах лучше и больше всего выражалась твоя любовь. Будущее для меня — это ты. Впрочем, зачем я говорю о будущем? Ведь когда ты получишь это письмо, меня не будет. Я бы не хотел, чтобы ты его получила, и даже адреса я не напишу на конверте. Но если все-таки получишь его, не обижайся. Значит, иначе быть не могло. Прощай. Будь счастлива без меня. Ты сумеешь найти себе друга, и он будет не менее счастлив с тобой, чем я. Будь веселой. В дни славных побед нашего народа ликуй и торжествуй вместе со всеми. Только мне хочется, чтобы в такие дни, в дни веселья и счастья, затаенная нежная грусть обо мне не покидала тебя. Чтобы глаза твои вдруг на минуту сделались бы такими, какими они смотрят сейчас на меня с портрета. Прости за такое желание. Крепко и горячо обнимаю тебя. Твой Петр. Здравствуй, мой любимый. Идут дни и месяцы, и конца им нет. Твоих писем у меня уже больше сотни, и в каждом из них забота и беспокойство обо мне. А я все думаю о твоих тяжестях и переживаниях. Вот опять я узнала о событиях у вас. Я еще не видела Баскакова, но завтра они будут у меня, и я подробно узнаю обо всем этом. Я жду тебя. Я хочу быть около тебя. С тобой. Есть сейчас такая модная песенка. «Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди меня, и я вернусь всем смертям назло». Но в песнях все просто. А когда подумаешь о прошлом, то кажется, что я еще и не начинала жить. И я благодарю тебя за твою заботу
и любовь. Почему у тебя изменился адрес? Родной мой, сегодня я была в главке. Там окружил меня народ, и все спрашивают о тебе, и кланяются тебе, и велят передавать приветы. Я им всем раздала твой адрес. Там был Епифанов. Он участвовал в апрельских боях и был ранен в руку. Он много рассказывал о вашей жизни, о боях. Коленька, моя радость. Каждая минута моей жизни наполнена мыслью и тревогой о тебе. Но я прошу тебя и приказываю не присылать мне больше посылок. Тебе необходимо все это самому, тебе нужны силы. Все посылки я буду отсылать обратно. Я получила донорскую карточку, я получу все, и хлеб, и масло. Ты не бойся, что я сдаю кровь. И поэтому чувствую себя как-то плохо. Хотя кровь из-за моего старого туберкулезного процесса взяли не для вливания, а для сывороток. Но я здорова. И я могу еще другим дать от своего здоровья. Думай о себе. Ты слышишь меня, любимый? Целую, мои родные и дорогие глаза. Любимая дочурка, получил твой платочек и восхищен твоим рукоделием. Какая ты у меня умница. Мама тобой очень довольна. Будь всегда послушной и трудолюбивой девочкой. И крепко люби своего папуську. Роднушка, что-то ты мне не написала, как тебе понравились мои платочки. Они только для твоего носика-курносика. Девочка моя милая, меня мама приглашает приехать к вам в отпуск. Этого сейчас сделать нельзя. Вот скоро кончим с немцами, и папа приедет с победой домой. Катуська, хорошо, и во всем слушайся маму. И больше не болей. Кто у тебя подруги? И ходят ли они к тебе? Есть ли у тебя саночки? Тепло ли твоим ножкам? Целую тебя, деточка, твой папуська. Дорогой папулька, сегодня получила твое письмо. Большое спасибо тебе за него. Оно мне доставило огромное удовольствие и очень-очень обрадовало, что с тобой все благополучно. Жалко, что Акифеев никого вас не застал. Он бы мог вам рассказать обо мне. А то ты прав, написав мне, что я очень скупа насчет описания своей жизни. Ну что тебе писать? Учусь. Изучаю оружие. Хожу на стрельбище. Стреляю. Первое упражнение сдала на отлично. Вот если бы остальные сдать так же, было бы здорово. Если представляется возможность, езжу на лошади, выполняю поручения по комсомольской линии. Настроение бодрое, веселое. Хочется скорее на фронт, чтобы бить этих мерзавцев. Ездим по частям, даем концерты. Бойцы принимают очень хорошо. После концертов настроение какое-то удовлетворенное. Появляется сознание выполненного долга. Очень скучаю без Ежика. Как увижу, где малыша, так и встает сынишка перед глазами. А иногда ночью проснусь, и мне кажется, что он со мной рядом. Наверное, уже сам под стол пешком ходит.
Эх, очень бы хотелось его увидеть. Все мечтаю похудеть. Но, к сожалению, ничего не получается. Как у Варюши дела? Как здоровье? Получили ли от наших весточку? Пишите мне чаще. Целую вас. С горячим, боевым, красноармейским приветом, Гуля. Юроська, твой отец уехал драться с фашистами, которые напали на нашу страну. Многие отцы вместе со мной оставили свои семьи и, рискуя жизнью, ведут борьбу с нашим врагом. Когда ты подрастешь, то будешь читать про войну и узнаешь, сколько она принесла горя нашему народу. Мой уход от вас с мамой, конечно, ухудшил ваше положение, и без меня вам тяжело. Но надо ли грустить? Нет, Юраська. Надо быть мужчиной. И ты у меня такой, я знаю. Уже способен на мужество. Поэтому я пишу тебе как взрослому. Вспомни. Видел ли ты когда-нибудь, чтобы твой отец плакал? Нет, не видел. Потому что я тоже мужчина. Что это значит? Значит, ты должен расти смелым, энергичным, волевым. Ты, Юраська, должен научиться не тужить, не унывать. Раз меня нет, то главный мужчина в доме ты. Это твоя главная обязанность – поддерживать нашу больную маму, чтобы она не плакала и не грустила. Ты же знаешь, мама у нас хорошая и будет учить тебя только хорошим. Возможно, вам будет трудно с питанием, с одеждой, но это ничего. Я в твои годы сидел на одном хлебе с луком и имел всего одни старые штаны. А если со мной что-то случится, хочу, чтобы ты вырос мне на смену настоящим мужчиной, настоящим воином. Вот тебе мои заветы. Юраська.